Добрый вечер, мы из Украины. Знаете, столкнулся сегодня с такой мыслью, что много работы текущей, уже гражданской, нормальной, обычной работы, а видео надо писать, надо говорить, выходить в эфир, говорить о ситуации по дню, что нас ожидает дальше. Сегодня сбили еще одну крылатую ракету. Кстати, какая-то традиция становится, что ли, в области по одной ракете сбивать. Ночью не дали ей упасть, не дали ей пролететь, как раз она тут где-то над рекой. Вот это что гэпнуло, вот это как раз отработали ПВО. Продолжаю удивляться тупостью орков. Вот. Не хотят они воевать. Такое ощущение, что командиры им там дают команду вперед, в атаку. Они выезжают, мужественно куда-то двигаются, но даже не доезжают, даже не стреляют по ним, они разворачиваются, уезжают, говорят, отчитались, мы пытались прорваться, встретили сопротивление ожесточенное и вернулись. Не доехали даже, то есть, до позиции. То есть там у них свое кино, может, они бензин списывают или что-то там еще как-то показывают видимость действий своих. Вот, ну, то ладно. Значит, что хорошего? Что хорошего? Утопили корабль «Оркс». Оркск, блин, путаю постоянно, говорю, что у них еще теперь субмарина появилась, Оркск, которая там у них теперь на дне лежит. Так понимаю, еще пару штук скоро будет тоже, субмарин новых, дорогих. Хорошо, что французы не продали им эти мистрали, так что такое. Вот, надеюсь, что сегодня опять будет все скучно, а у них не будет скучно, вот. Так, и по традиции, вдыхаем, завтра рабочий день.